Дом трещит по швам. На ЖБИ жители многоэтажки рискуют остаться без окон в прямом смысле слова. Рамы буквально выпадывают из-за разрушающейся стены. Жильцы уверяют, причина бедствия – регулярные протечки крыши. А коммунальщики разводят руками. Мол, проверить и исправить можно не раньше весны. И только городской дозор не сдается. Из-за постоянных протечек уже начала разрушаться стена дома. Однако на все обращения жителей коммунальщики лишь рекомендуют дождаться весны. Крыша дала течь в ноябре, рассказывает хозяйка. Тогда же стена дала трещину. Вначале она была небольшая, но когда туда просочилась вода, начала расти. Треск, вспоминает, стоял на всю квартиру. Сейчас дыра шириной в 2 пальца. Он больше, каждым днем больше делается. Мы ее же вот привязали, месяц тому назад привязали, но уже его не этот, чтобы хотя бы не падал туда. От намокшей стены продолжаются вываливаться куски. Возле окна отошли обои, а сама рама накренилась так, что того и гляди, рухнет вниз. Не открывается, у нас закосило, теперь не открывается окошко-то. Как только квартиру начала заливать, Раиса Ахмедгалиевна обратилась в управляющую компанию. Но помощи так и не дождалась. Мы зимой не делаем крыши, не делаем. Но ясно дело, не делают они крыши. Хотя бы чистили снег. Когда вот тепло, оно же тает все равно. Коммунальщики видят 2 причины разрухи. Возможно, окно установили с нарушениями. Плюс прохудившаяся крыша добавила проблем. Отремонтировать кровлю можно только при плюсовой температуре. Но жителям пообещали помочь уже сейчас. В настоящее время мы там просто сливаем воду уже неоднократно. То есть разбиваем желобочек. И та вода, которая тает от жизнедеятельности жителей дома, мы ее отводим. Что касается поврежденной стены, то коммунальщики готовы уже на следующей неделе заняться ее восстановлением. Не отказываются работники ЖКХ и исправить пластиковое окно. Но эти работы, говорят, возможны только совместно с компанией-установщиком. Юрий Шумков, Алексей Богданов, «Городской дозор».